Всем привет! Поздновато нашла подосиновики. Я в лесу, как вы поняли, иду на свое подосиновичное место. Опята уже отходят у нас в Германии. Но есть еще небольшие, но надо искать. До леса мне пешком 1,5 километра, но я беру самокат с собой всегда, оставляю его в лесу, прячу под листьями. И вот так вот, такой у нас лес. Сейчас приду на свое местечко и посмотрю, что же там. Посмотрите, вот, пожалуйста, первая находка. В лесу тихо, вроде бы как я здесь одна. Получается 3 километра, ну и по лесу 1,5, ну, где-то 5 километров, когда есть белые. Конечно, я больше гуляю по лесу. Ну, давайте пойдем дальше. И это я хотела идти дальше. Посмотрите, вы видите что-нибудь? Ну так вот, глядите. На своем месте я была 2 дня назад. Может быть, что-то найду. Я надеюсь на подосиновики, на опята. Польские я не очень хочу брать. Если тут никого не было на моем любимом месте, то, возможно, что-то и найду. Оставайтесь со мной. Также в лесу находятся огромные красивые сыроежки, которые я тоже беру, но чуть-чуть поменьше. Они очень вкусные. А старые опята в лесу похожи издалека на белый гриб. Вот уже все, маховичок пропал. Здесь вот у нас поваленные березы, и хорошо между ними искать белые грибы, подосиновики. Ходишь себе то там, то тут грибочек. Какая классная сыроега. А, уже все. Ой. 2 дня назад здесь было очень много. Ну и сегодня кое-что, смотрите, какие. Вот. Ловлю грибочки. Ну и между тем я не забываю также хорошие сыроежки рвать. Вот какой. Красивый. Вчера, говорю, вчера, 2 дня назад я уже сюда не дошла. И вот они повырастали, какие большие. Очень много переросших грибов, которых никто не взял. Уже не дошли до них. А может, не захотели. Какая сыроежище!
красивенная. Вот уже и все. Какой огромный. Ну, а здесь еще нормальный пойдет. Так. И вот там еще один красивый. Так. А вот этот уже все. Огромный. Оставляем его на семена. Огромные мы не берем. Какие? Ну, посмотрите, какой. Переростков очень много. Все их я оставила на семена. Ой, ну, я довольна. Погода хорошая. Пойду-ка я домой потихонечку из леса перебирать свой улов. А вам большое спасибо за то, что вы смотрите мои видео. Я желаю вам всего самого наилучшего. До свидания.